Сегодня 5 апреля 2022 год, и решила показать вам свои сеянцы. В этом году захотела снова посеять колиусы. Купила 3 сорта, сейчас покажу какие. Коралловый восход. Сразу, может быть... Так, Аэлита, это у нас фирма Аэлита, коралловый восход. И вот здесь вот разделила я контейнер на 3 части, потому что на пакетике написано здесь количество 10 штук. И с учетом того, что я в дальнейшем буду их пикировать, я их посадила в одном контейнере. И когда я сеяла вот первый пакетик, да, и вместо заявленных 10 было у нас 13, по-моему, семяночек. Так, затем у нас Black Dragon. Это вот центральная часть у меня. Тоже такие вот всходы. И еще один сорт. Это у меня красный вельвет. Это вот третья часть от контейнера. Что хотела сказать. Посеяла я все 30 марта, сегодня у нас 5 апреля, и вот так они выглядят. С учетом того, что вчера они уже были такие раскрывшиеся, позавчера тоже они были, некоторые только-только проклевываются, некоторые еще даже не проклюнуло семечко, но в основном всхожесть хорошая, я довольна. И как я их сеяла в этом году. Семена не мелкие, но темные, и на грунте их практически не видно. И чтобы мне их не растерять, чтобы они в одну кучу не сбились, когда я их буду поливать, я решила попробовать вот такой способ. Я разрезала кусочек от туалетной бумаги, которая разлагается, и положила, увлажнила ее, и семянки затем я брала, просто намакивала зубочистку и раскладывала. И затем я поливала просто капельками, именно не брызгала, не из чайничка поливала, да, а именно я капельками капала каждое утро. И, ну и заглядывала, естественно, сейчас покажу, что они у меня были под парничком, так вот накрыты вторым контейнером. И я каждый день заглядывала, иногда и вечерком загляну, то есть и если я видела, что мне казалось нужно еще водичку, ну, увлажнить семена, да, все-таки они лежат на поверхности, я их не заглубляла. Я сею семена колиуса так. И я их просто увлажняла, да, давала им по капельке воды. И вот можно сказать, что они с 30 марта до 5 апреля, да, и вот они так выглядят у нас сейчас. В дальнейшем я буду их пикировать. И, конечно же, обязательно, если вы будете сеять вот таким же образом, да, нужно открывать крышку, чтобы проветривать. И в дальнейшем уже я, когда они подрастут побольше, да, когда и оставшиеся семянки тоже проклюнутся, станут побольше листочки, я буду чаще проветривать, и затем я уже оставлю совсем открытый этот контейнер. Семена очень хорошо всходят, и что примечательно еще здесь, если мы посмотрим, да, что здесь реализовать до 25 года. То есть они, дата упаковки 21, ну, упаковка это только, да, мы не знаем, какой возраст у этих семян, но реализовать до 25 года. То есть у них еще есть достаточно время, да, если даже мы в этом году их не будем сеять, то вплоть до 25 года эти семена у нас могут ждать, когда мы будем ими заниматься. Ну, в общем, что хочу сказать? Хочу сказать, что я довольна семенами. Взошли они дружно, взошли все, то есть 100% всхожесть. Ни одна семянка
ничего с ней не случилось. И, можно сказать, на третий день они взошли. Так что будем наблюдать дальше за ними.